Құрметті көрермен, сіздермен Открывай Шымкент бағдарламасы, сіздермен әдеттегідей мен Нұрсұлтан және де менің әріптесім Көркем. Көркем, біз бүгін қайда келдік? Всем привет, дорогие зрители! Сегодня мы приехали на завод Азиатрафа, где выпускаются трансформаторы, благодаря которым у нас дома горит свет. Мы начинаем, ребята! На этой территории находится огромный завод Азиатрафа, который в Шымкенте выпускает электрические трансформаторы. Предприятие в третьем мегаполисе открылось в 2019 году и является уникальным заводом в Центральной Азии. Кстати, несмотря на то, что продукция, которую выпускает завод, звучит опасно, Азиатрафа является абсолютно экологичным заводом. Кстати, попасть на завод просто так нельзя. Нужно обязательно надеть жилетку и каску, чтобы быть уверенным в своей безопасности. Еще одно обязательное условие – прохождение через воздушный коридор, который полностью очищает от различных микробов. Благодаря этому коридору на заводе сохраняется кристальная чистота, причем такая, что даже пол из бетона сверкает. Айта кетейік, Азиатрафа майлы трансформаторлар, автотрансформаторлар мен реакторларды шығаратын зауыт. Үйімізге электр энергиясын сыйлайтын, трансформаторлардың қалай шығарылатын зауыттың коммерциялық директоры Руслан Тоқмурзин айтып береді. Здесь начинается производство наших трансформаторов. Это линия по продольному раскрою электротехнической стали. Этот станок из Швейцарии, производство фирмы Tubal Astronic. Что он сейчас будет делать? Он будет резать нам этот рулон на маленькие бублики. Это электротехническая сталь толщиной 0,27 мм. Она применяется для сборки магнитопровода трансформатора сердечника, то есть основной несущей конструкции нашего трансформатора. Өздеріңіз көріп тұрғандай, оралған болатты арнайы техника әртүрлі бөліктерге кесті. Жақын арада бұл бөліктер трансформатордың жүрегіне айналады. Оның алдында қозғалмайтын шикізатты бір қондырғыдан екінші қондырғыға беру өте сапалы машинаға сеніп тапсырылады. Ал жұмыс процесін жоғары білікті маман бақылап тұрады. Перед вами вот второй этап. Это готовый рулон. После продольной резки, то есть вы видели метровый рулон, сейчас его оператор наш разделил на нужную нам ширину, вот 295 миллиметров, 280 миллиметров. Дальше по технологическому циклу будет штамповка этой электротехнической стали. Здесь все тоже очень просто. Наши инженера задают программу вот в этот пульт. А оператор принимает и запускает станок. Егер сіз электротрансформаторындағы кернеу қалай бақыланып, сараптамадан қалай өтетінін білгеніңіз келсе, Руслан Тоқмурзин бұл сұраққа толық жауап береді. Следующий этап – это вот намотка катушек трансформатора. Катушка трансформатора – это большой медный проводник, который после работы вот такого оператора получается в виде спирали. Вот эта обмотка будет служить нам для понижения напряжения. Наша обмотка, она в форме спирали. В форме пружины, в форме спирали. Как вы знаете, пружина постоянно вот так растет,
Для того, чтобы она не росла в размерах, мы ее опрессовываем. Это получается следующий этап? Это следующий этап, да, называется прессовка обмотки. Она будет прессоваться вот в такой большой печи. Оператор заведет эту катушку, задаст программу, задаст высоту, и сам станок нам будет опрессовывать ее. А сколько времени? Этот цикл длится порядка полсуток, 10-12 часов. То есть вот этой плитой под давлением он будет задавать высоту. Болат материалын қысымды ұзақ тексеруден кейін бір-бірінің үстіне қойып, оған белгілі бір фигураны береді. Сарапшылар оны шы әріпті жүрекше деп атайды. Онсыз бірде-бір трансформатор жұмыс істей алмайды. Және де осы жүрекшенің арқасында магниттік ағын пайда болады. Перед вами вот готовая конструкция. Это электротехническая сталь, те пластины уже в собранном виде. Как вы видите, это сердечник Ш-образного вида. Напоминает вот форму буквы Ш. А почему он, именно буква Ш? Сейчас у него не хватает вот верхней части, верхнего ярма. Для чего нужна буква Ш? Для того, чтобы вот сюда безопасно посадить обмотку. Следующим этапом будет вот такая посадка обмоток. Сейчас наши сборщики подготавливают обмотку и будут вот так ее устанавливать. Ш әріпіне ұқсас жүрекшені арнайы материалмен орап болып, дәнекерлеу кезеңінен өткізеді. Бұл кезеңде жүрекше орамамен бірге балғып қосылады. Дәнекерлеуден кейінгі жүрекше 120 градусқа дейінгі қызған пеште кептіріледі. Содан кейін дайын өнім арнайы резервуарға жіберіледі. Онда мамандар жинаудың соңғы кезеңін жүргізеді. Финишная прямая сборки трансформатора находится в лаборатории завода. Сюда трансформатор поставляют на воздушной подушке, которую поднимают до 200 тонн. И уже итог длительного труда проверяется на качество операторами в лаборатории, при этом за процессом наблюдают и другие специалисты. Сейчас происходит переключение нашего переключателя. Это устройство, переключатель положения. Он регулирует напряжение. Если там в линии происходит скачок или падение напряжения, вот это устройство автоматически его регулирует. Сейчас мы находимся в испытательной лаборатории. После финальной сборки наш трансформатор сюда заезжает. Наши инженеры-испытатели проверяют технические характеристики, проверяют качество трансформатора и в конце, после завершения этих испытаний, выдают паспорт. А сейчас, пожалуй, самый интересный для простого обывателя процесс. Только представьте, аппарат проверяют грозой. Трансформатор помещают в специальный аппарат, который имитирует грозу. Это делается не случайно. Так специалисты проверяют, выдержит ли образец стихийные бедствия. Фиктивный, но мощный грозой трансформатор проверяют один раз и благодаря этому тест-драйву выясняют его готовность. Вот перед вами наш трансформатор в готовом, собранном виде. Слесари-сборщики устанавливают сюда магнитопровод, обмотки, заливают сюда трансформаторное масло. После устанавливаются вот такие радиаторы, навесные комплектующие, расширительный бачок. Внутри так он... сейчас у нее буква Ш, да, которую мы ранее видели. Внутри сейчас буква Ш, сердечник трансформатора.
и обмотки. Также в него залито трансформаторное масло порядка 20-30 тонн, которое служит диэлектриком. После испытания в лаборатории трансформатор отправляется на склад, где находится вплоть до отгрузки. Перевозка осуществляется поездом или же автотралом. Зауыт бойынша гидіміз Руслан Тоқмурзин осыдан 8 жыл бұрын монтажшы болып жұмысқа орналасқан. Ол Шымкенттегі зауыт құрылысына қатысып, мекеменің дамуына зор үлес қосқан. Бүгінде Руслан Азия Трафа зауытының коммерциялық директоры. Наш завод – это завод по производству силовых трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов на класс напряжения 110-220 кВт. Мы входим в группу компаний Allagium Electric. Это крупнейшая электротехническая компания Казахстана. В группу компании Allagium Electric входят 14 машиностроительных заводов. Офисы продаж расположены во всех городах областного значения по Казахстану. Также у нас два проектных института и большой трест, компания, занимающаяся строительно-монтажными работами в области энергетики, электромонтаж. У нас 4 трансформаторных завода, вот один из них – это Азия Трафа. Азия Трафа был построен в период 2017-2018 года. В 2019 году мы запустили производство, наладили и запустили производство здесь. Хотим напомнить, что завод создает комфортные условия для своих сотрудников настолько, что обеспечивает их жильем во время работы. Если вы переехали работать из другого города, то у вас есть возможность проживать в квартире, которую вам бесплатно предоставит компания. К слову, 30% сотрудников работают в офисе, а остальные 70% на производстве. Жалпы компанияда, Allagium Electric Holding-ында 4500 адам жұмыс істейді. Біздің заводта 200 елу адам. Бұл жұмыскерлерді сіздер қалай дайындайсыздар? Или өздері обучили келіп, қаяқта дайындалады? Бізге маман дайын болып келмейді. Біз оларды үйретеміз. Основное направление ол электроэнергетика мен машиностроение. Сол үшін біз Кентау қаласында политехникал колледжді аштық. Ол жыл сайын 300-400 маман шығарады. Помимо того, что у завода есть свой личный политехнический колледж, Азия Трафа важно повышать уровень образования своих сотрудников. По этой причине завод привлекает специалистов из России и Украины. Они работают по контракту и обучают местных инженеров. В 2019 году завод енді ғана салынған кезде, мұнда 130-ға жуық қызметкер жұмыс істеген болатын. Алайда компания бір орында тұрған жоқ, қазір жұмысшылар саны 250-ге жетеді. Ежегодно, допустим, если мы в 2019 году выпустили продукцию на 5,5 миллиардов тенге, в 2020 году мы уже выпустили продукцию на 7,9 миллиардов тенге. То есть ежегодно идет прирост продукции. И в количественном выражении, если мы на запуске производства выпустили около 50 трансформаторов, в прошлом году мы уже выпустили свыше 70. И вот так ежегодное увеличение объема товарной продукции позволяет нам принимать на работу и увеличивать штат.
Айта кетсек, зауыт өнімдері тек Қазақстанда ғана емес, шет елдерде де танымал. Отандық трансформаторларымызды 5 мемлекетте қолданылады. Олар Ресей, Грузия, Өзбекстан, Тәжікстан және Украина. 30% материалов мы закупаем в Казахстане. 70% это покупные материалы, которые в основном импорт идет с России, Германии, с Украины. Потому что электротехническую сталь выпускает только Россия. Трансформаторное масло тоже у нас в Казахстане не делается. Выпускает Россия, Швеция. Ну и медные провода. Медные провода мы изготавливаем у себя на Кентауском трансформаторном заводе. Пандемия уақытысында зауыт көбіне экспорт үшін жұмыс істеді. Бірнеше жыл ішінде ол шетелде жақсы беделге ие болды десек, қателеспейміз. Коронавирустық инфекцияны алдын алуға келетін болсақ, пандемияның бірінші толқында зауыт қызметкерлері апта сайын ПТР тестілерінен өтіп жұмыс жасаған, ал қазір барлық қызметкерлер вакцинацияланған. В части пандемии, если брать в купе в целом, приостановилось финансирование некоторых объектов, которые хотелось бы, допустим, которые должны были разместить нам в прошлом году. Но после локдауна, после оттепели, сейчас заказы все больше и больше появляются. Вот в этом году, в 2021 году, наше предприятие, в принципе, выходит на полную мощность уже. То есть мы производим до 10 единиц продукции в месяц. Наша производственная мощность – это 120 штук в год. Сейчас же завод «Азиатрафа» планирует увеличить выпуск товаров еще больше, а в следующие годы в планах строительство новых предприятий. «Азиатрафа» – самый крупный в Центральной Азии завод по производству трансформаторного оборудования, входящего в состав ведущего казахстанского производителя электротехнического оборудования «Алагеум Электрик». Основная выпускаемая продукция завода – это силовые масляные трансформаторы и автотрансформаторы классом напряжения 110, 220, 500 кВт мощностью до 500 МВт, а также реакторы. Проектная мощность завода свыше 12 тысяч МВт в год. Дорогие зрители, сегодня мы посетили огромный завод, который обеспечивает весь Казахстан, и не только Казахстан, но и зарубежные страны трансформаторами. Какие у тебя ощущения, Нурсултан? Я көркем, дәл осында электрокуатпен қамтамасыз ететін завод біздің Шымқалада бар екеніне өз көзім жетіп, бір сетінен ырзамын. Дорогие зрители, на этом все. Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч. Сау болыңыздар.